Поклонники 53-летнего Норкина уже несколько месяцев наблюдали за развитием романа телеведущего с эффектной блондинкой. Первые кадры с женщиной он опубликовал еще в мае, но не спешил раскрывать личность любимой. После недавнего бракосочетания многие стали интересоваться, кто же покорил сердце звезды экрана. Женщину зовут Ирина Бородина, ей 60 лет. Она смогла поддержать Андрея в трудную минуту, а также нашла общий язык с его дочерью. В соцсетях можно найти кадры, как новая супруга держит на руках маленькую внучку Норкина Евангелину. Судя по всему, она была приглашена на таинство крещения, которое прошло несколько месяцев назад. У Ирины за плечами учеба в престижном Петербургском университете имени Герцена, который она окончила в 83 году. А вот о ее личной жизни до встречи с телеведущим данных пока что нет. Имеет ли она своих детей, тоже неизвестно. Поклонники считают новую супругу Норкина достойной женщиной. При звездном статусе мужа она не стала делать из свадьбы пышное торжество, а отпраздновала в кругу семьи. Кроме того, эффектная женщина выбрала скромное платье без лишнего пафоса. Напомним, в прошлом году телеведущий потерял супругу Юлию, которая умерла летом. Сначала телеведущего обвинили в измене, но он категорически опроверг это, отметив, что вместе с женой они прожили почти 30 лет, у них есть общая дочь. Кроме того, в 2002 они усыновили 7-летнего мальчика Артема, которого мать оставила в больнице, а 2 года спустя в этой же клинике нашли младшего брата Алексея, которого также взяла себе семья Норкиных. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя, а также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.